Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дизайнеры из России, Казахстана и Грузии. 80 показов, которые в угоду современным интернет-трендам окрестили фэшн-батлами. Yeah, baby! Легион моделей Белла Потемкина готовится к показу. Я слышал, что вас вдохновила на эту коллекцию Ольга Бузова, это да, правда? Да, все верно. Олечка Бузова сегодня будет открывать наш показ и, конечно же, петь самые лучшие хиты. То есть это такая же разносторонняя одежда. Можно мне быть и диджеем, и моделью, и актрисой, и кем угодно. Да, если ты настоящая звезда. То пишите вот эту девушку, для которой вы создавали эту одежду. Это self-made woman, яркая женщина, успешная, талантливая. Если не талантливая, то обязательно развивает свои таланты. Девушка, которая не стоит на месте, очень позитивная, которая других не осуждает, идет вперед, нигде не тормозится. Яркая, эффектная, деловая, при этом изящная, элегантная и женственная. Слушайте, идеал, где бы такое найти? Наши героини, наши клиенты в нашем бутике. Может, гримерки пока поищу? Давайте. В любом проявлении сцена – это моя. Чувствую на ней себя, как рыба в воде. Я как только чувствую зал, публику, эту энергию, все. Я готова была сейчас дать действительно реально свой первый большой сольный концерт на подиум, потому что я видела, что люди не расходились, что not enough было. Если мужчина не способен жене, ну или девушке, подарить шубу, вообще что, как можно его охарактеризовать? Значит, ему надо отрезать почку. Даже так? Я шучу. Либо нужно переезжать куда-нибудь в теплые края, либо менять мужчину. А чем вы вдохновлялись при создании этой коллекции? Коллекция называлась «Искушенный Голливуд». Я прожила все лето в Лос-Анджелесе, в Малибу, на первой линии и по соседству с первым эшелоном. Ну, такие как Джелло, Джей-Зи. Вот хожу я, смотрю на моделек и понимаю, что красота реально спасет мир. Спасибо дизайнерам, что продолжают вдохновлять нас. Паша Плохой, О2 ТВ, в эпицентре фэшн-индустрии. Keep it fresh.